Шедевры великих русских художников прибыли сегодня во Владивосток. Картины Грабаря, Петрова, Водкина, Васнецова и других представит выставка «Окно в Россию». Ее откроют только на следующей неделе, а в эти минуты драгоценный груз вынимают из кофров, и наши телезрители сейчас могут наблюдать этот эксклюзивный момент в прямом эфире вместе с нашим корреспондентом Ольгой Сомкиной. Оля, приветствую, что в данный момент происходит в картинной галерее? Володя, приветствую. Только что в эти минуты закончилась официальная передача проекта «Окна в Россию». Хранители и реставраторы Приморской государственной картинной галереи приняли картины из фондов Третьяковской галереи. Кстати, они сюда, во Владивосток, ехали в специальных климатических ящиках. Картины достали и уже поместили в специальное фондохранилище. Картины хранятся за 7 печатями, опломбированные. Вот сейчас настоящий эксклюзив. Сотрудники картинной галереи вскрыли печать, чтобы наша группа и наши телезрители первыми увидели эти картины. Хочу обратить внимание, все это делается в белых перчатках, потому что к искусству можно прикасаться только таким образом. Итак, мы попадаем в фондохранилище. Вот эти шедевры, вот так они пока стоят. Завтра начнется монтаж экспозиции. Я напомню, проект называется «Окна в Россию». И о проекте нам расскажет его со-куратор Екатерина Сиренко. Что за проект? Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Это проект «Окна в Россию», который посетил уже несколько городов. И это 8-й город, который принимает нашу выставку замечательную. Вся она объединена единой темой «Окна», которая рассказывает различные истории 20 века. Вся эта живопись посвящена 20 веку, и один из ярких шедевров этой картины. Давайте предлагаю показать нашим телезрителям. Это картина Игоря Грабаря «На даче». Как известно, Игорь Грабарь долгое время возглавлял Третьяковскую галерею, будучи ее директором. И это вообще очень важная фигура в нашей культуре 20 века. И это окно открывает замечательный вид на подмосковную дачу, на которой он находился довольно долго, он там жил, портрет его жены и прекрасный пейзаж средней полосы России. Я так понимаю, что все картины объединены одной темой, темой окна, да? Расскажите об этом поподробнее. Да, совершенно верно. Мы рассказываем в нашей выставке историю 20 века от Союза русских художников, объединения, которое было сформировано в 1904 году, о первых революционных событиях, о военной теме, послевоенной темы оттепели, нового времени, и все это окна, раскрывающие те или иные сюжеты. И здесь мы тоже видим окно. Я хочу напомнить, что завтра начнут в Приморской государственной картинной галерее развешивать картины. Выставка официально откроется во вторник. И полтора месяца шедевры из фондов Третьяковской галереи будут представлены здесь, во Владивостоке. И эту выставку нужно посетить обязательно. Володя. Оля, спасибо.